я не повірив, коли побачив я на лаві стільки рук. І кожен, хто прийшов для мене, ніби друг. Меро емоцій переповнювали клуб, і в унісон ми відчували я все це звірив. Послушаю вас. Ну чо, тру, рассказывайте за тру мне. What's up? Как дела ваши? В общем, давайте коротко я вам расскажу. А то вы там все себе какие-то накручиваете вещи в голове. Короче, все, что происходит, и все, что я делаю всю свою жизнь, я делаю это ради мусла. То есть мне абсолютно не интересно все остальное. То есть там начали, ну, понятно, что я знал, что это все будет, короче, да. Вот эти все, что вы будете писать. Даже удивлен, что, кстати, Арута ненавидит еще больше, чем меня, но, в принципе, я догадывался. Что вам скажу, ребят? Я с Арута не взял денег никаких. То есть Арута мне не заплатил, нам заплатили другие люди, более серьезным. И Аруту заплатили, и мне, представляете? То есть Арут даже как артист может делать бабки, помимо того, что он делает бабки. Но это типа даже не столь важно. Знаете, я долго думал и размышлял, типа, насчет того, что вот, типа, делать, да, фит, не делать фит с кем-то, с таким не из индустрии, не человеком, который, там, может, не супер близок к музыке и не разбирается, может быть, в чем-то. Мы с Арутом познакомились, когда мне он показался абсолютно нормальным, здравым мужиком, то есть мне похуй, какой он на камеру, что он там кому рассказывает, со мной он нормальный парень, и это самое важное, остальное мне не важно. Так вот, так получилось, то, что приехал и Палага, и Арут, и, короче, у нас на студии, да, мы сели на студию, нам поступил запрос, и мы вот сделали такое чудо, то есть я не знал, что оно вообще может произойти, но оно произошло, и я горжусь этим треком и этим проектом. То есть я рад, что я поучаствовал в этой работе. И огромное спасибо хочу сказать Роману Саше за его вклад в эту работу, потому что он действительно снимает одни из лучших клипов вообще, типа, в СНГ. Он молодец. Что еще могу сказать? Могу сказать, что время идет, года бегут, время утекает, вы до сих пор нихуя не понимаете ни в индустрии, ни в чем, блядь. Вы до сих пор, блядь, слепо хейтите не только меня, но и вообще всех, блядь, кого только можно хейтить, просто, блядь, сидя нахуй на диване и строча эти комментарии. Ёбаный рот, ну, как бы, ну ладно, делайте это дальше. Один бог вам судья. Но еще хочу вам свой последний раз выскажу свою позицию по поводу Алиша. Да, то есть вы там раздули, блядь, какой-то ебанутейший конфликт из этого. Я к Алишеру отношусь, вот мне честно, ну мне ни холодно, ни жарко, что он, где он, как он. Он занимается своим делом, он уже вроде как он там вырос, да, там у него там уже взрослеет парень. И пусть занимается своим делом. Я не общался и не делал музыку с Моргенштерном только по одной простой причине. То, что он мне неприятен. Мне неприятно, как он общается, как он ведет себя с людьми. Ну, мне просто неприятно, если я держусь подальше от таких людей. Это мое личное мнение.
То есть, как вам объяснить по-другому? То есть, у меня нет хейта к Алишу вообще никакого. Пусть занимается своими делами. У меня вообще хейта никому нет. У меня нету времени на это хейтить кого-то. Ребята, блядь, мне 34 года, я делаю ему зло, живу, блядь, свою лучшую жизнь и дальше буду это продолжать. Перестаньте, блядь, тратить время на вот этот токсичную эту хуйню. Она вам вообще не... Она ничего вам в жизни не даст, реально. Она типа... What's good, Richie? Типа, она не даст вам ничего, не принесет. Только наоборот, вам настроение испортит. Понимаешь? Друг мой, любезный слушатель, блядь. Вот, и очень будет вам обидно, то есть там вы там всякие плохие штуки пишете, а когда вы увидите работу, вы ебало завалите жестко, потому что работа получилась крутая. И работа получилась такая, что мне не стыдно выставить ее в себе в соцсеть. И могу сказать даже больше. Мне очень понравился парт Арута, потому что я сидел и работал вместе с ним над его партом. Также я работал вместе с Палагиным над битом. И весь этот проект, который получился, я приложил к нему свои руки. Так что давайте вы будете осуждать меня как продюсера и как творца уже после того, как увидите работу, ладно? А не делать поспешные выводы. И как кто бабки зарабатывает, это личное дело каждого человека. Если я начну копаться, блядь, кто как деньги зарабатывает, я думаю, выплывет очень много интересных факторов и всяких интересных тем. Вот так вот. Как-то все, что, в принципе, сказать хотел, сказал. А то, что там ходят про Саруто какие-то слухи и видео, ну пусть ходят вон, блядь, зайдите на YouTube, там, блядь, про меня 100 видео, там, с разоблачением, с какой-то хуйней непонятной и так далее, понимаете? Как-то так. А вообще я долго над этим размышлял в последнее время. Бля, мужики, если он заскамил, типа, на такое количество бабок, то, блядь, памятник ему нахуй реально. В общем, мозги нужны, чтобы так заскамить-то. Понимаете? Меня он не заскамил. Наверное, у меня мозги, ёпта, есть нахуй. По голове. Ну, думайте, блядь, мозгами, а не жопой. Счастливо. Я не поверю, коли побачив я на лаві стільки рук, і кожен, хто прийшов для мене.